Всем доброго дня! Хочу представить событие, которое ждет нас этой весной. Оно касается нас, женщин, которые вступили в особенный период жизни. Называется он «После 40». Чем же этот период такой особенный? С одной стороны, мы многому научились, многое поняли о себе, о жизни, о Боге. С другой стороны, столько всего нового. И физиологически, и эмоционально. Плюс наши дети взрослеют и расправляют крылья, а наши родители стареют. Как мы воспринимаем настоящее и каким видим будущее? И главный вопрос – на какое основание мы встаем перед Богом? Думая об этом, мы решили организовать женскую конференцию, которая называется «Весело смотрит она в будущее». Цель всего, что там будет – помочь нам найти взгляд Бога на жизненные этапы женщины после 40. Конечно же, сейчас в доступе много материалов, мы можем найти советы на любую тему, но только в Боге, в Его Слове, в Его обещаниях мы имеем твердую надежду и можем научиться смотреть в будущее без страха. Мы долго думали, в каком формате сделать нашу конференцию. Остановились все же на онлайн-формате, в Zoom, для того, чтобы как можно большее количество желающих могли поучаствовать и послушать учения на эту важную тему. Итак, 10 апреля в 11 утра Тэмми Флеминг откроет нашу конференцию уроком «Весело смотрит она в будущее». После этого будут классы для более глубокого погружения в тему. У нас потрясающие спикеры. Кроме Тэмми, это Марина Глушанкова, Лена Соколкина, Таня Журавлева, Лейла Шихмина и другие зрелые сестры, которые поделятся с нами своим жизненным опытом. Конечно же, все это бесплатно для нас. Самое главное, чтобы вы смогли выделить время 10 апреля в субботу и иметь возможность выйти в Zoom. До скорых встреч, дорогие сестры! Пусть Господь благословит нас!